И снова здравствуйте. В общем, я выхожу. Бизнес хочу открыть маленький. Выпечка, торты, капкейки, эклеры. Духовку нагрейте до 180 градусов. Формочки для выпечки застелите бумажными вкладышами. Пожалуйста, не ешьте меня, я умоляю, только не ешьте меня, ладно? Что хотите? Дебил, что ли? Успокойся. Ты охренел? Они думают, что Боря может быть еще жив. Но он точно не жив. Леш, ну мне страшно. Технически вы просто медицинское чудо. Ты же врач. Я не до такой степени врач. Разыскивается молодой человек. Фоторобот составлен по показаниям тайного свидетеля преступления. Все, на мою помощь можете больше не рассчитывать. На твоем месте мог быть, да кто угодно. Все, прощай. Я начинаю понимать этих людей. Я бы тебя сам пристрелил. Чего смотришь на меня? Типа я недостаточно крут? Что, снова будем спасать твою жизнь? Еще одно слово, я тебя ударю. Сначала рукой в живот, потом коленом в лицо. Тебе понятно? Понятно. Очень все точно описал. Я прям представил. Неприятно.